улыбаешься? Ты улыбаешься? Улыбаешься, да? Дима на прогулку вышел. Обеденную прогулку. Мы идем по новому месту. Здесь у нас вот аптека. Уже все серое, мрачное. Да? Да, зашли в магазин, купили курицу и мороженку мне. Да. Вот так красиво здесь, кстати. Такое уже все мрачное, после дождя. Да? Дима. И? Что ты? Улыбаешься. У нас все поместилось в коляску туда. И рюкзак, кстати, у меня торчит. Да. Ты так варежка. Ты варежку показываешь. У тебя есть варежка, но сегодня тепло. Не знаю, наверное, меня не слышно особо. Не слышно меня? Тепло, говорю, сегодня. Вот Дима показывает варежку, да? Варежка. Варежка. Дима гуляет, да? Гуляет? Короче, приготовила я печень. Блин, она такая обалденно вкусная. Невозможно просто. Я уже, наверное, кусочка... Боже, сколько я их съела? Штуки две. Кусочка 2-3, наверное, я уже съела. Тут я отложила Диме более-менее нормальные. А вот здесь вот остались вот поджаристые. И сижу, вспоминаю, как в детстве мне мама запрещала есть подгорелую еду. Там иногда у него бывало подгорелое. Ну, как бывает у нас в газовой духовке. Вроде бы вот она сырая, а потом хоп, она уже подгорела. Все. Вот. И периодами было у мамы подгорала творожная запеканка, снизу немножко поджарила, ну да, как подгорала, поджаристая. И мама потом сидела, ее колупала. Она, значит, сколупает вот эту вот ногтями, там, пальцами, вот это вот все уберет. В кучку так сбоку сложит, запеканку мне отрежет. Наташа, иди ешь. Значит, сажусь, ем. А то, что она отколупала, обычно она выбрасывает, а это иногда не выбрасывала. И так сбоку просто сложит. А мне нравилось это безумно. Думаю, она такая поджаристая, такая вкусная, прям все обалденное. Вот. И она уйдет, и я тогда ем запеканку. И потом вот этот поджаристый кусочек маленький, еще съем. Она придет, ругается. Вот я сейчас сижу, вспоминаю, тоже у меня здесь подгорело немножечко, но обалденно вкусно. Обожаю поджаристое, подгорелое, прям очень люблю. Знаешь, что для желудка это плохо? Но мне очень нравится. Вот, и помню, мама придет и ругается, мол, зачем ты съела? Я говорю, мама, ты же не выкинула. Раз ты не выкинула, значит, ты специально оставила ее мне. И все, она, нет, я просто забыла. Да, ты просто забыла. Ну вот. Обалденно, просто вкусно. И там вот яичко в муке, то есть я ее сейчас вот опускала, печень, в яичко, потом в муку, и вот там сбоку маленькие поджаристые такие штучки от яичка и муки получились. И они как чипсы такие обалденные вообще. Я сейчас сижу, думаю, как бы это снова повторить, чтобы сделать много-много таких вот маленьких чипсинок и просто наесться. Прям обалденно вкусно, я не могу остановиться даже. Диме отложила. Диме я, скорее всего, сейчас перемолю. А время сейчас уже... Уже 6:20. Ну, опять мы поздно ляжем спать, скорее всего. Сейчас его пойду будить. Потому что мы пришли, где-то было время уже 5. Пока суть-то дело, пока мы уже зашли в магазин, купили курицу, зашли в перекресток. Боже, сколько там всего интересного. Там столько продуктов, кошмар. Я думаю, вот я делаю обзоры из продуктов фикс-прайса. Ну, там их, в принципе, мало, как бы. Там приходишь, их всегда мало. Ну, появляются новые, их как бы берешь несколько новых и делаешь. Там берешь, то есть, ну, нормально как-то. Знаешь, что однажды это закончится. А зашла в перекресток, боже мой, сколько там. Это надо, не знаю, если вот так вот начать делать,
обзор из перекрестка на продукты. Я не знаю, мне кажется, надо в месяц штук 100 этих продуктов покупать, чтобы, ну, хотя бы успеть сделать там до того, когда пока что там этот продукт, допустим, исчезнет с прилавка. Потому что сейчас вот за то время, пока я сижу в декрете, появилось очень много разнообразных продуктов. Раньше, вот я помню, заходишь, и выбрать нечего, все одно и то же. Думаешь, ну вот сладости, там я уже это ела, это ела, это ела, не хочу. Ну не буду ничего брать. А как только я в декрет села, сразу появилось много нового, какие-то там новые интересные вкусняшки, какие-то там интересные, ну новые тоже фирмы, да, там всякие. Домашкино сейчас, кстати, молоко появилось новое, но у нас есть это село Домашка. Ну, не знаю, по-моему, это не оттуда. Вот Домашкино. То есть раньше его не было, допустим, 3-4 года назад его не было. Сейчас появилось. Очень важная корова тоже вот появилось молоко. Но оно, наверное, уже существует еще, наверное, до появления Димы, по-моему. Да-да-да, появилось, потому что я помню, я за ним ходила. Оно было только в Магните, я только в Магнит за ним ходила. И есть, кстати, его масло, оно подешевле немножко остальных. Не знаю, надо будет тоже попробовать, купить, попробовать на него сделать обзор. Я хочу, чтобы у меня было на канале обзор всех продуктов, какие только существуют. Ну вот, постепенно надо делать, постепенно я покупаю там по акциям. Берешь, пробуешь вместе с вами, пробуешь. Вы потом берете, пробуете. Вот. Ну нет, не реклама, конечно, своего рода. Все равно я же делаю честный обзор. Вот, ну ладно, давайте пойдем будить Диму, потому что он сейчас еще должен у меня пополничать, перекусить. Мы все-таки с ним погуляли, и он нагулял аппетит, я так думаю. Вот, а его быстро-быстро положила, и, по-моему, даже он там уже проснулся. Пойдемте посмотрим. Пошлите. Ты стоишь? Да, батюшки. Ты стоишь тут. А так тихо стоишь, я думала, ты спишь. А ты поспал? Адим, ты поспал? Малыш, Дима поспал? Я надеюсь, ты поспал. Мне кажется, ты поспал немножко. Иго-го! Иго-го! Да, ты будешь сейчас кататься. Дима проснулся, да? Ай-яй-яй! Сколько времени много! Ай-яй-яй, да? Мама. Пойдем скорее перекусывать, Дима. Ты творожок будешь? Творожок будешь кушать? Или, может, ты не будешь ничего кушать? А то аппетит перебьешь. Подбрасывай. Какую Дима красоту сделал. И бабочка сверху, да, Дима? Сверху бабочка еще. О, как он строит. Сверху синий кубик. Получается, у тебя синий, зеленый, синий, фиолетовый, красный.
Да. Кушай, кушай. Что, не жуется, что ли, тебе?